Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы просто разберем, как вязать следочки крючком на любой размер. Вот видите, у меня связаны женские, основу, как только основу. Потом украшения мы с вами разберемся далее, будут в следующих видео. Сейчас мы просто научимся вязать на любой размер, детские, взрослые. Просто разберем саму систему вязания вот этих следочков крючком на все ножки, ну как бы на любой размер. Так, для начала нитки у меня 200 грамм 660 метров, то есть 330 метров в 100 граммах. Можно потолще нитки, только будут они плотнее, эти следочки. То есть, если нитки будут потолще, ничего страшного не случится. Главное, чтобы они не были кардинально отличались, допустим, 100 метров в 100 граммах. Это уже слишком толстые. Ну, приблизительно 300 метров плюс-минус в 100 граммах. Так, первое, что мы делаем. Для взрослых мы набираем цепочку из 16 петель. А, крючок 2 миллиметра, забыла сказать. 15 16, и вяжем столбиком с накидом, пропускаем. Вот смотрите, первая, вторая петля, и в третью мы вяжем, начинаем вязать в третью. Тринадцать столбиков с накидом. И последний вот столбик, 14, 15, 16. 15, 16 петля у нас ушли на петли подъема, так что всего 16 петель. Из последнего столбика вывязываем 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять. Сделали вот такой вот поворот. Далее вяжем столбиком с накидом напротив каждого предыдущего. Возвращаемся в конец ряда. Довязала я до конца ряда. Видите? Вот они мои 5 петель. Теперь внимание, детский следочек. Я набрала, здесь у меня было 16, цепочка из 16 петель. Здесь я набрала 12. И точно так же провязала столбиками, из последней петли вывязала 5 столбиков с накидом и вернулась. Вот видите, какая разница. То есть на этом моменте, на моменте набора цепочки, мы можем корректировать высоту пяточки. То есть если нам нужен выше следочек, мы набираем, вот видите, ну считаем по петлям примерно, на 2 воздушные петли больше, либо на 2 меньше, либо на 5 больше. Тут мы корректируем как бы высоту этой пятки. Далее все вяжем идентично, детские, взрослые, то есть разница только в набранных петель. Из набранных петель формируется высота нашей пяточки, нашего следочка. Вяжем далее следующий ряд, 2 петли подъема, поворачиваемся и вяжем столбиками с накидом. Довязываем до наших 5 петель угловых. Вот еще одна петля у меня. И здесь вот из этих 5 петель, из каждой петли мы вывязываем 2 столбика с накидом. То есть 5 раз мы вяжем по 2 столбика с накидом. 2. 3. 4, 5. Вот сформировался наш кругляшочек. Далее вяжем ровно, и все вязание далее мы вяжем ровненько, без добавлений, без убавлений, поворотными рядами вяжем дальше ровно. Вот сейчас, если я возьму следочек, вот она наша. Вот этот кружочек уже у нас сформирован.
Вот он. Далее вяжем ровно до момента нашего подъема. То же самое делаем с детским следочком. Провязываем ряд из этих 5, вывязываем по 2, 5 раз и возвращаемся. И далее вяжем оборотными рядами ровненько. Так, вот мы провязали основную часть. Вяжем ее в зависимости от того, какой следочек мы хотим, то есть насколько мы его хотим закрытый. Вот видите, в этом следочке я вязала больше, то есть это как балеточка получится, как чешки. Сейчас я провязала вот столько и буду делать вот эту закрытую часть. Можно провязать еще меньше, вообще она получится такая под ножечку закрытая. Так что тут уже вы вяжете до того момента, когда вы хотите уже закрыть эту часть, как бы верхнюю. Здесь набираю воздушные петли. И переходим на наше вязание напротив, с другого конца. И продолжаем вязать столбиком с накидом. Ну, а теперь мы будем вязать по кругу. Сейчас пару петель провяжу и померяю на ногу. Сейчас нам нужно померить, потому что вот эта цепочка в разных местах будет по-разному смотреться. И проверяем. Если плотненько здесь все сидит, я прошу прощения за такое некорректное видео, но просто мне нужно вам показать. Извините, пожалуйста, еще раз, что я сюда свою ногу показываю. Ну, просто по-другому, ну, никак. Вот. Так что вот так вот мы одеваем, меряем. Если вот здесь, вот мы начинаем, меряем здесь, оно, по сути, оно будет одинаковое количество петель. Что здесь, потому что здесь ножка расширяется, и получается, что оно у нас одинаково. Вот мы проверили, и теперь вяжем ровненько. Вот в детском носочке то же самое. Меряем на ножку, проверяем, набираем. Тут у меня 10, здесь у меня 15 петель. Но у вас может быть больше подъем и другое количество петель. Там разница буквально в 1-2. Так что на этом этапе просто проверьте по ножке. И далее вяжем столбиком с накидом. Высоту ничего не меняя, без изменений, ровненько. Вот мы подобрались к финальному, как бы, аккорду. Я одела заготовку на ногу. Видите, здесь я вязала ровненько и довязала ровно до мизинчика. Вот он, мой мизинчик. Теперь мы будем сокращать. То есть, вот видите, одни пальчики остаются. До них мы вяжем ровно, потом делаем наше сокращение. Сокращение тоже делаем очень просто, девчонки. Вяжем, продолжаем вязать по кругу и делаем таким вот образом. Из двух столбиков с накидом вот так вот один не довязываем, второй не довязываем. И потом все три вместе провязываем петельки. То есть мы сократили один столбик. 3 столбика с накидом без изменений. 2, 3. Снова один столбик, полустолбик с накидом, второй полустолбик с накидом и 3 вместе. Так, то есть чередуем 3 столбика с накидом и одно убавление. Так по кругу ничего не считаем, более не располагаем их как-то особенно. Вот так вот продолжаем вязать по кругу. Вот связали мы такой скос. Смотрите, когда остается совсем немножечко здесь вверху, вот он мой взрослый, сейчас я вам покажу, где-то 3 сантиметра в диаметре, вот если измерить, а это детский где-то 2-2,5. Вот детский полностью вяжется идентично, только отличается количеством рядов. То есть вяжем до того момента, когда останется вот такая вот дырочка, и заканчиваем столбиком без накида. Один столбик, полустолбик,
полустолбик и 3 вместе провязываем. Снова один столбик. Ну, все. Вот когда остается такая маленькая дырочка, где-то на сантиметрик, ниточку обрезаем, продеваем ее на изнаночную сторону и сошьем. Дырочку зашиваем. То же самое, точно то же самое и с детскими. Узелок, обрезаем нитку. Все. Вот он, следочек наш готов. Теперь осталось вот по краешку обвязать столбиком без накида, и все. Все у нас готово. Кстати, вот эти пока не обвязаны. Следите за каналом, будет видео, как я их буду украшать. Поэтому обвязываться они будут другим цветом. А эти в цвет, которые цвет, то я обвязываю просто столбиком без накида. Вот он обвязанный. Вот такие вот топотулечки. Это все разных размеров, разной величины. Вот, а с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.